Бычье сердце кремовое. Вот такие вот плодики. Не очень они прям большие, как были в прошлые года. Но вот эти вот еще более-менее. Вот этот экземпляр хороший. Вот. Но мне нравится цвет. Он такой немножко лимонный. Телефон, мне кажется, передает чуть ярче. На самом деле он не желтый прям насыщенный, как обычно бывают томаты, а такой прям вот, ну, именно вот какой-то бежевый, что ли, кремовый. Вот бычье сердце янтарное, вот оно, видите, такое прям оранжевое, яркое. Тоже порадовал меня, я уже сняла два таких крупненьких, примерно вот таких вот, побольше чуть-чуть томатика. Вот. В этом году не удался бычье сердце шоколадное. Оно тоже должно быть огромное, но в этом году что-то ему не хватает. Вот, поэтому он вот такой мелкий.